На вопросы казанских автомобилистов и гостей столицы республики отвечает заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Казань Наиль Гибадуллин. Автомобиль следует по проезжей части параллельной улице Зорге. В это время со стороны основной дороги в направлении дворов поворачивает другая машина. Кто в этом случае обязан уступить дорогу? При движении по улице Рихарда Зорге и съезде с улицы Рихарда Зорге водитель попадает на прилегающую территорию. И при движении по данной прилегающей территории водитель пересекает, попадает на перекресток однозначно дорог и должен регламентироваться проезд перекрестка правил правой руки. То есть, если помеха справа, то должен уступить транспортному средству, которое движется с правой стороны.